Здравствуйте. Сегодня я хотела бы сделать обзор на книгу «Сильнее страха» французского писателя Марк Леви. Это писатель-романтист из Франции. Книга впервые вышла в свет 14 февраля 2013 года. Жанр книги – художественное произведение. Книга повествует о журналисте Эндрю Стилмане, который искал новую информацию для своей статьи. Он повстречал девушку по имени Сьюзи, которая хотела пролить свет на старую семейную тайну. Но это не понравилось влиятельным политикам, и поэтому ее жизни угрожает опасность. Эндрю в этом заинтересовался и решил ей помочь. А если вы хотите знать, чем закончилась эта книга, читайте книгу «Сильнее страха». Всего хорошего, до свидания!